Во-первых, рыба вся морозится. То есть свежая, она То есть, не когда говорят, свежая. у нас суши и свежая рыба, это неправда, в Украине не может такого Не, быть. ну, она может быть, но она же все равно проходит холодную заморозку. Свежая она уже не может быть, потому что много рыб, которые у нас их вообще нету. То есть свежая она практически это нереально. Обращать внимание, конечно же, надо, потому что все соусы тоже должны приготовление идет в течение 30 минут. Японская кухня, специфическая кухня. То есть, конечно, надо всегда обращать внимание. И я бы не пошла никогда в японскую кухню, зная их чистоту и порядок. Здесь, в Украине, да? Да.